Грозном подвели итоги акции «Утренний намаз». Ежегодно в месяц Рамадан его организовывает Министерство Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Сотрудники ведомства каждое утро отмечали ребят в возрасте до 14 лет, совершавших утренний намаз в центральной мечети города. В итоге 130 юношей получили велосипеды. Акция проводилась при поддержке фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие посетили почетные гости. Я просил своего деду, чтобы мы ходили каждый день в мечеть, в месяц Рамадан, Тесахи, Вели Хазию. Сау, Чодыка Успех.